Игорь Пикущак, звезда приднестровского футбола. Забивал за «Шериф» и российский «Краснодар», а теперь играет в «Соку» за «Авангард ТВ ПМР». Новичка телевизионщики представили во время шоу-матча в Екатерининском парке. Наша команда выступила против троицы из небольшого болгарского села в Молдове. Пикущак дебют отметил голом. Эмоции футбольного праздника в нашем сюжете. Все не понял, но по посылу очень интересно. Это первые слова Игоря Пикущука как игрока «Авангарда» ТВ ПМР. Телевизионщики до последнего держали интригу, только подогревали интерес. А в Екатеринском парке представили новичка, легенду приднестровского футбола. Поддержим трибуны! Да! Легенда не подкачал, забил в первом же матче ворота троицы. Это команда финалист Кубка Молдовы по мини-футболу. Факт про легенду. Игорь Пикущак забил первый гол в истории Краснодара в российской премьер-лиге. А еще становился лучшим бомбардиром чемпионата Молдавии в футболке «Шерифа». Сейчас Пикущак тренер, выиграл кубок и суперкубок Армении. Вывел Туран в футбольную элиту Казахстана. Пока в тренерской карьере пауза. Пикущак решил попробовать себя в «Соке». Когда забиваешь голы, это всегда приятно. Хорошо. А как прошел вообще дебют в новой команде? Великолепно. Я многих знаю из этой команды. С некоторыми играли в одной команде даже. Поэтому влился хорошо. Товарищ мой Олег Гуменюк играет. Вот что-то разговаривали. Решил пока здесь, пока не работаю, решил подвигаться, поиграть. Как можно оценивать, когда такой звездный футболист вообще в нашем составе? Раньше с трибуны восхищенно смотрели, а теперь он играет за нас. И я был в шоке, честно говоря, от его игры. Он первый раз в этот формат играл, и он был одним из лучших на поле. О чем говорить? Классно. Презентация Игоря Пикущука – это только часть большого шоу в Екатерининском парке. Пока команды разминались, публику разогревал парень из Чёбруч, фанат и барабан «Авангарда» Евгений Аврамов. Я не ожидал и такой атмосферы. Реально, я счастлив находиться в эпицентре этого события. Мне очень круто. Я кайфую прям. Евгений Аврамов спел и главную песню этого футбольного вечера, а фанаты пели в унисон. В «Авангарде» мы впереди, мы всех поверим, что победим. Кричат трибуны, кричат трибуны. Также за настроение отвечали ведущие первого приднестровского Александр Бондаренко и Владислав Гресь. Когда надо, подсказывали, за кого болеть. Я болею только за «Авангард». Я просто подсказываю, она пока еще не знает, за кого болеет, но мы ее... «Авангард» болею. Все, я понял. В шоке от атмосферы и гости из троицы. Это очень красиво, спасибо. Мы не ожидали, куда мы едем. Для нас это чуть волнительно, потому что в первый раз столько болельщиков. Даже у нас в Кишиневе редко такое увидеть. «Авангард» и троица и на поле устроили шоу. Парад голов открыл вечно молодой Александр Попович. Дальше отвечает троица. Сравняли. В «Авангард» телевизионщика выводит Игорь Пикущак, а следом Никита Степанов забивает третий гол в матче. Но это не точка. На радость фанатам – булиты. А перед этим – музыкальная премьера от Николая Йова с песней «Верь в себя». Жизнь, я тебя знаю, но ты держи удар. Тот, кто не падал, помни, жизни не познал. В себя поверил голкипер «Авангарда» Артем Баранов. Он включает режим стены, берет все три удара. «Авангард» выигрывает и в этой лотерее. Yes! Игорь Пикущак свой булит забил. После такого эмоции от Евгения Аврамова. Непередаваемая атмосфера, ни с чем не сравнимая. Сравнимая с атмосферой, я думаю, на Лиге чемпионов, на чемпионате мира и так далее. По-настоящему классно. И сам футбол тоже соответствовал тому, чего мы хотели видеть. Очень высокого уровня игра. Любой матч «Авангарда» – это шоу. Сейчас мы уже готовимся к полуфиналу «Ярды». Потом у нас окончание сезона в АМА-лиге.
следующее шоу мы хотим в Лиге Чемпионов уже делать. А если будут другие инициаторы, мы всегда поддержим только. «Авангард» устроил настоящий праздник в Екатерининском парке. Следующий уже завтра, 24 февраля, телевизионщики в полуфинале «Ярны» сыграют со «СКА-армейцем» на городском стадионе. Начало в 12:00.